Высокие награды получили сегодня сотрудники «Самотлорнефтегаза», одного из крупнейших дочерних предприятий компании «Роснефть». По традиции, лучших работников отрасли чествовали в канун их профессионального праздника, рассказывает Евгений Алексеенко. Владимир Витюгов посвятил «Самотлору» более 40 лет. 3 года назад за безупречный труд его наградили медалью за заслуги в развитии ТЭК 2-й степени. Сегодня уровень награды повысили до 1-й степени. Секрет успеха у сотрудника «Самотлорнефтегаза» очень прост. Я думаю, нужно любить свою профессию, отдаваться ей до конца. Тогда, наверное, все придет. В этом году награды различных уровней получили более 350 сотрудников дочернего предприятия «Роснефти». Всех их отличает упорный труд. Этот праздник мы встречаем в хорошем настроении. Мы выполняем все производственные показатели и указания компании «Роснефть». Мы выполняем все показатели бизнес-плана. Самое главное, выполняем бизнес-план по добыче углеводородов. И все это заслуга коллектива «Самотлорнефтегаза». Наряду с производственной деятельностью предприятие активно участвует в реализации важных проектов в рамках соглашения о социальном партнерстве между «Роснефтью» и правительством Югры. Такую работу Наталья Комарова назвала командной. Командная, уважающая интересы всех участников договоренности. В данном случае я имею в виду правительство автономного округа, компанию «Роснефть», «Самотлорнефтегаз» непосредственно и местные власти позволяют нам реализовывать очень много совместных проектов, как производственного, так и социального назначения. Сейчас внимание нефтяников «Самотлора» сконцентрировано на высокотехнологичном бурении. Накануне своего профессионального праздника «Самотлорнефтегаз» зафиксировал производственный рекорд. Достигнут 1 000 000 метр проходки в эксплуатационном бурении. Евгений Алексеенко, Александр Титаренко, «Вести Югория», Нижневартовск.